Здравствуйте. Прошу вас. Рада видеть вас сегодня в пресс-клубе. Спасибо, что решили провести этот вечер с нами. Прежде чем мы начнем, я хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, кто из вас студент-журналист? Можете поднять руки. Угу, очень хорошо. Кто студент других специальностей? Никто. Никого. Кто работает в медиа журналистом, редактором? Кто работает в консультанте? Замечательно. Маркетологи, другие профессии. Главное, работайте в медиа. Замечательно. Спасибо. В общем, сегодня у нас с вами открытая летучка с редакцией «Комсомольской правды». Беларуси, конечно. И прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам, что у вас сегодня будет возможность задать команде вопросы двумя способами. Первый очень простой, и мы его очень любим. Это зайти на сайт slido.com, набрать код мероприятия КП1 и задать свой вопрос. Вы можете начинать задавать вопросы таким способом прямо сейчас. Если это не для вас, то тогда дождитесь, пока команда выступит. После этого поднимайте руку, ждите микрофона, и все будет прекрасно. А сейчас я хочу пригласить на сцену редакцию «Комсомольской правды» в Белоруссии. Выходите, пожалуйста, да. Сегодня к нам пришли главный редактор Андрей Левковский. Здравствуйте. Редактор сайта КП.БАЙ Ольга Анципович. И редактор «Толстушки» Инна Брезинская. Все, я заканчиваю говорить, отдаю сцену вам, мы начинаем. Спасибо большое. Добрый вечер еще раз. Мы вот в небольшом таком составе, но это, в принципе, те ключевые редактора, которые отвечают за наши ключевые продукты, потому что продуктов у нас несколько. Вот, давайте начнем просто немножко вообще с истории, что такое «Комсомольская правда», когда она появилась и что она из себя представляет сейчас. Первый номер газеты «Комсомольская правда» вышел 24 мая 1925 года, то есть почти 93 года назад. Сейчас «Комсомолка» — это почти 50 представительств в разных городах России и других стран. «Комсомольская правда» выходит, по-прежнему продолжает выходить в Украине, «Комсомольская правда» выходит в Грузии, «Комсомольская правда» выходит в Казахстане, в Беларуси, понятно, выходит «Комсомольская правда», в Западной Европе, ну и дайджесты выходят, там Египет, Турция, даже Соединенные Штаты Америки. Выходит дайджест, это такая не ежедневная газета, а уже какая-то сборка лучших материалов. На данный момент все эти продукты, все эти представительства объединены издательским домом «Комсомольская правда», головной офис которого находится в Москве. Сейчас издательский дом представляет такие продукты, кроме самой газеты «Комсомольская правда», бумажные газеты. Это сайт КПРУ и сайты разных стран, которые, ну, там, понятно, домены имеют, да, КПБАЙ, КПУА, КПМД и так далее, КПКЗ, казахский сайт. Еще один продукт — это радио «Комсомольская правда». Сейчас это порядка 30 городов вещания по России, за рубежом нет, ну кроме России нет. Это телепрограмма, такая телегид, который выходит тоже в издательском доме «Комсомольская правда». И экспресс-газета. Экспресс-газета, ну когда, знаете, когда говорят «Комсомольская правда», «желтая пресса». Вы редко читаете экспресс-газету, да, если брать такие крайности, там слева, справа, да, то мы совсем не левые или не правые, не знаю, куда там, где там, желтизна с какой стороны по спектру, вот. Кроме того, еще «Комсомольская правда», издательского дома, есть газета «Вабанк». Газета «Вабанк» выходит в Минске в том числе. Это городская газета, это бесплатная газета, которая до сих пор выходит, до сих пор очень приличным тиражом. В порядка больше 350 тысяч выходит за две недели, потому что накрывает разные базы по городу Минску. То есть 350 квартир каждые две недели получают газету «Вабанк» бесплатную. Суммарный тираж всех газет «Комсомольская правда» в месяц, который выходит по всему миру, Россия, Украина, Беларусь, Молдова, примерно 11 миллионов экземпляров. То есть можете себе представить масштаб. Там дальше еще у меня будут цифры, будет там даже такая в конце инфографика, где я попытался посчитать, сколько вот у нас выходит белорусской «Комсомолки», что будет, если сложить в одну такую большую стопку, да, какая-то будет гора, увидите, пока не буду секреты раскрывать. Что представляет собой «Комсомольская правда» в Беларуси?
Ну, во-первых, да, начнем с названия, наверное, не знаю, вопрос уже, может, он где-то поступил, или у вас, наверное, есть этот вопрос. Почему «Комсомольская правда Белоруссии»? Нам самим это не очень нравится, мы честно признаемся, но, к сожалению, для этого есть два фактора, да, чтобы называться по-другому, нужно перерегистрироваться, чтобы… Ой, а куда скачет? Вот, и есть еще вторая причина. Вторая причина, ну, может, кто-то из вас знает. Это самая главная причина, почему «Комсомольская правда» не может называться «Комсомольская правда» в Беларуси. Если кто-то знает, то мы принесли сегодня вот такие вот призы прикольные. Вы знаете, слышали, да, наверное, все про газетные утки. «Комсомолка» газетные утки не выпускает в печать, она их выпускает только вот в таком виде, вот в мягком таком, антистрессовом, да, можно куда-то кидать. Вот если кто-то из вас вдруг знает, почему «Комсомольская правда»… А? Почему? Ну, а конкретно? Давайте мы вам будем микрофон давать. Ну, повторяю микрофон по той же причине, почему белорусский рынок стал белорусский рынок и почему белорусская газета стала Белгазета. Нельзя официально написать в названии о том, что что-то белорусское, в Беларуси. Такие вот ну, в Беларуси как раз можно написать. Ну, да? Нельзя написать можно, официальное название страны правильно. Да, в 2000 году был принят указ президента номер 172, 7 апреля 2000 года, который запретил не государство. То есть название может быть такое, но это должен быть только государственный орган или государственная газета. Да? То есть Советская Белоруссия или там, как называется, Беларусь сегодня. Да? Может быть название «Комсомольская правда» в Беларуси, к сожалению, не может быть такого названия, потому что мы не государственное издание. И мы не попадаем. Там есть оговорка, правда, что по личному распоряжению президента, но как бы это, да. Поэтому ловите, ваше. Оп. Что же «Комсомолка» сегодня? Наши ключевые, основные продукты – это, конечно, издания. Бумажные издания, ежедневный выпуск, который выходит 4 раза в неделю, тиражом от 30 до 35 тысяч, то есть тираж у нас в разные дни разный, потому что, ну, еще раз говорю, мы не государственное издание, мы живем и зарабатываем себе на все сами. На печать, на бумагу, на распространение, на зарплаты, на офисы, на все. Поэтому тиражи у нас разные, потому что отдел продаж нас формирует каждый тираж индивидуально и формирует такой тираж, чтобы он продался. Мы не можем печатать газету и раздавать ее там или выкидывать макулатуру, да, это очень для нас дорого будет. Вот, полосность ежедневного выпуска от 16 до 24 полос по-разному. Все зависит от количества рекламы обычно. Рекламы много, полосность выше. Самый наш локомотив нашего предприятия – это, конечно, «Толстушка». «Толстушка» – это еженедельник, это больше развлекательное издание, выходит раз в неделю. Когда-то выходило по пятницам, потом по четвергам, сейчас выходит по средам. «Толстушка» называется, ну, наверное, понимаете, почему называется, потому что, ну, толстая и большая, да, по сравнению с ежедневкой, во всяком случае. Да, кстати, вот на подоконнике лежат, может, кто-то из вас, многие уже давно не видели и не держали в руках газет бумажных, поэтому можете подойти, взять ежедневку, «Толстушку», полистать и можете даже забрать с собой. Всем не хватит, правда. Поэтому «Толстушка», полосность от 32, ну, обычно у нас идет сейчас 40 страниц, 40 полос, как мы называем. А тираж от 206, 205 до 210, 215 тысяч экземпляров. То есть можете представить эту огромную кучу, да, газет, 210, ну даже пусть 206 тысяч экземпляров. Учитывая, что каждую газету, то есть, ну есть, к сожалению, социологические исследования по газетам давно никто не проводит. Когда-то в Ардамаске делал исследование, там, по-моему, последние 10-го года, мне кажется. После этого 7 лет никто не считает газеты, но всегда принималось... И всегда так говорится о том, что одну газету, ну, тем более про «Толстушку», если говорим, да, читает минимум 3, а то и 4 человека. Газета покупается в семью, там она переходит из рук в руки, там от мужа, муж покупает, нет, жена покупает, муж читает, бабушка, дедушка, кто-то еще. Поэтому можете посчитать эту аудиторию, то есть 200 вот эти тысяч умножить на 4, да, и получить 800 тысяч. То есть примерно 800 тысяч человек каждую неделю читает «Комсомолку». Ну, даже на 3 умножим, хорошо, 600 с лишним, 650-700 тысяч. Каждую неделю 700 тысяч человек читает «Толстушку». Плюс есть ежедневка, и плюс есть наш третий продукт новостной, это сайт КПБай.
на который приходит примерно 1,5 миллиона уникальных посетителей в месяц и которые читают примерно 8-8,5 миллионов страниц, опять же, в месяц. Это вот наши три основные новостные продукты. Но кроме этого, в Комсомолке, там я про банк уже немножко говорил, но кроме этого есть у нас продукты, такие наши книжные коллекции, которыми мы тоже, в принципе, очень гордимся, которыми мы постоянно занимаемся. Мы, наверное, в Беларусь их первые привезли, мы их продаем очень активно, да, и очень активно они покупаются. У нас были коллекции, самая, конечно, топовая коллекция, это была «Великие художники». Мы продали, только представьте себе цифру, 1 200 000 книг вот таких, да. Вот я вам покажу, это книга... Иван Хруцкий, альбом, который мы делали специально, то есть именно белорусского художника, да, «Комсомольская правда» в Беларуси, делала вот этот том, этот альбом. Всего продано в этой коллекции 1 200 000 книг. То есть это огромное количество для книг, для книжного рынка, это просто безумное количество книг и экземпляров. Ну и кроме того, там есть у нас музеи, у нас есть... поэты, писатели. И сейчас мы запустили новые коллекции, это для детей. Там «Фиксики», «Богатыри», «Лунтик» есть такая книжка классная, которая без текста вообще. Вот у меня ребенку, дочке младшей, 3 года, для нее это просто счастье. Она сидит, читать не умеет, конечно, еще. Она сидит, «Лунтик», она выдумывает историю, она пальцем водит там про Лунтика, про его друзей, все эти приключения. Вот это тоже наше, это тоже все «Комсомольская правда». Тут даже вот логотипчики наши везде есть. Так, оп. Такой слайд, ну, тут много чего написано, но это наша редакционная политика, в принципе, да, у нас есть такая наша библия внутренняя, которая называется «Красная папка». Вот, мы, в принципе, работаем по этой красной папке, там прописано много всяких технологических вещей, которые никому, кроме нас, не интересны, но там и прописаны основные принципы, по которым мы работаем, да. Для нас, для «Комсомольской правды» всегда на первом месте читатель. Для него мы и работаем, рассказываем о важном, помогаем, развлекаем, подсказываем и прочее, прочее, прочее. То есть мы говорим о тех темах, которые интересны, мы массовая газета, да, мы говорим о тех темах, которые интересны большинству белорусов, большинству наших читателей, большинству аудитории. Примерно так. Соцдем, да, то есть вот то, что я говорил, соцдем никто не меряет, ну, это немножко неправильно сказал, потому что какие-то данные есть. Эти данные появляются периодически в отчете информационно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь, да, есть такой информационно-аналитический центр, который собирается какое-то сделать социологическое исследование, и там проскакивают цифры, в том числе по прессе. Там, ну, вы можете поискать, он в открытом доступе лежит, там большой PDF-файл, в котором порядка 200 с чем-то или 300 страниц. Там много интересной информации, в том числе по СМИ, по телекам, по радио, в том числе по прессе есть. Вот оттуда мы эти цифры вытянули, да, то есть конкретно по «Комсомолке». Я сейчас говорю про бумажную газету только. Про сайт будет дальше Оля рассказывать. Вот, у нас аудитория делится так. Большинство у нас женщины читают газету. Большинство горожане. А третье, вот я специально пока закрыл, да, потому что есть такой стереотип, что газеты сейчас читают только люди старшего возраста, тем, кому за 60, да, и дальше там, которые вот уже привыкли еще там в давние-давние времена открывать, покупать газету, читать все, выписывать, а молодежь ее, в принципе, не читает. Ну, даже молодежь там нас не столько интересует, вы сами понимаете, да, с точки зрения, в первую очередь, аудиторной, там, с точки зрения продажи рекламы, нас интересует средний возраст, люди с деньгами. Поэтому, вот видите, еще одна утка нарисована, это значит, кому-то будет подарок. Кто скажет хоть примерно, а какой процент у нас вот этой аудитории самой старшей, 60 и старше? 20. 5. 15. Нет. 20. Нет. Ну вот вообще. Совсем такой, просто оптимизм такой, да, конечно, я бы хотел, чтобы 2% аудитории у нас было старше 60. На самом деле эта доля довольно велика. Но не так велика, как многие об этом... Ой. Говорят, и многие об этом рассказывают. Какие еще версии будут? Ну, накидывайте цифру просто. Нет. 20 было, кто-то говорил уже. Нет. Нет. Кто сказал 25? Ловите, Татьяна. Опа! Чуть не добросил. Да, примерно. 23,3%, то есть меньше четверти, в принципе, аудитория старше 60 лет. Хотя 60 лет это сейчас тоже как бы не критичный возраст, потому что с поднятием пенсионного возраста, это даже не пенсионеры еще пока 60 лет, да? Вот. А на самом деле активная аудитория, наиболее интересная, она вот
да, 58 и 18%, то есть суммарно это очень большая доля аудитории молодой. А вот 72%, опять же, из этого исследования, да, это те люди, которые дают там другим людям почитать. Вот это такая, знаете, как вот, если в интернете, да, все привыкли в интернете, посетители, просмотры, в газете все немножко по-другому. Газету покупатель один, условно говоря, да, а читателей много, то есть немножко другая механика, наоборот. Вот. Что мы еще делаем, да, то есть кроме вот комсомолки, которая выходит каждый день там или раз в неделю, ежедневки, еженедельника, у нас еще разные, мы всегда завлекаем наших читателей всякими фишками такими прикольными, да, у нас есть спецвыпуски, которые продаются там месяц, допустим, да, они в режиме ежедневном, либо еженедельном. У нас есть вот такая прикольная живая газета выходила уже несколько раз, видите, вот значок такой, да, вот если взять смартфон, поставить специальную программу, там инструкция внутри есть, навести на фотографии, на те страницы, где этот значок есть, то это изображение живет. Да? Наверное, может, видели, обычно делают детские тетрадки сейчас. Очень популярно, какие-то жирафики оживают, кто-то еще. Вот у нас наводишь на Нагиева, Нагиев оживает, начинает поздравлять вас с Новым годом. Наводишь там на кого-то еще, на какой-то там живой уголок, да, там показывает, как медведь, что там какое-то сальто крутит, ну, это условно. Вот. И вся газета, в принципе, прошита вот такими вот кодами, с помощью которых можно посмотреть картинку. Либо там фотогалерея появляется, да, которую можно пролистать, видео, ну, какие-то дополнительные материалы. А вторая фишка, да, наша, которую мы всегда каждый год делаем много лет, это зеленые номера и номера вообще в принципе с вложением. А каждый год в феврале мы выпускаем номер, с которым, он зеленого цвета, видите, необычный, да, это дачный номер для дачников, и с каждым номером идет пакетик семян разных, помидоры, огурцы и прочее, прочее. Причем бесплатно. Если читатель покупает, либо он выписывает газету, каждый читатель получает пакетик с семенами. Отклик безумный. Я вам просто скажу, что мы вот в этих номерах делаем какие-то конкурсы с помощью смс-ок. Приходит там, ну, ответит на какой-нибудь вопрос простой, да, и выиграет там мешок картошки. И приходит там, бабах, там 1200 смс, да, как бы. 1200, причем, ну, это платные, то есть надо заплатить за них. Пусть обычную цену, недорогую, как вот эти дорогие смс-ки, но приходит огромное количество. А вот еще одна наша фишка, которую мы делали, это газета 3D. Она выходила, ой, чтобы не соврать, 10-й, по-моему, год. С каждым номером шли, я не взял с собой, шли такие очки, знаете, помните, были такие красные и зеленые очки, да, можно было видеть 3D, там телевизоры, ну, в смысле, там смотрели по ТВ, там где-то еще какие-то кинофильмы, мы с каждым номером раздавали эти очки, а все фотографии и макеты рекламные, в том числе, были обработаны специальным образом, что когда смотришь через эти очки, ты видишь объем, вот, была объемная газета. Можно там пальцем потыкать куда-то, вот какие-то яйца молодецкие у нас там были, интерьеры Несвежского замка и прочее. А теперь мы вот плавно дошли до сайта, до нашего любимого КПБай. Поэтому я передам слово Ольге, и она уже расскажет более подробно про сайт. Вопросы мы потом посмотрим, да, которые тут уже выскакивали? Наверное, да, как по формату. Вопросы потом? Ну да, уже немного. Да, я быстро. Да. Я очень быстро по сайту расскажу немного пару слов о цифрах и вообще, в принципе, о том, как мы работаем, как делаем сайт. Ну, цифры все на слайде, повторять я их не буду. Самое главное скажу, что для нас очень важный показатель – это доля местного трафика. То есть все мы, кто занимается сайтами, знают разные приемы. Можно аудиторию нагнать запросто из Мурманска, Перми и откуда угодно и показать классные веселые цифры. Но нам нужны белорусские посетители. Белорусские посетители продаются, в смысле, что именно они интересуют рекламодателей. Ну а так как мы напрямую зависим от рекламы, очень заинтересованы и делаем все, чтобы рекламы у нас было много, потому что она нас кормит, поэтому нужны белорусы. А цифра 80%. Процентов белорусских посетителей – это хорошая цифра. Бывают месяца, когда меньше ее, 67. Ну и тогда уже срочно начинаем смотреть, откуда идут не белорусы, как привлечь больше белорусов и так далее. То есть это очень важный для нас показатель. А портрет аудитории, ну вот возраст 25-34 основной. И вообще, в принципе, чего мы пишем на сайте. Кто, если вдруг не заходил, зайдите, посмотрите. Ну вот я взяла просто заголовки из метрики, самое читаемое, но расположила их не в порядке там прочтения или чего-нибудь еще, а просто в хаотическом. Ну и вот хотела спросить тоже, как считаете, чего самое читаемое из этого было? Нет. Ну то есть это все топовые заголовки, которые хорошо читались, дали хорошее нам прочтение. Что самое читаемое? Нет. Ну, недалеки. Про что? Не Наташа Королева. Что?
Да. А, это Едвига Поплавская, Едвигу Поплавскую сбила машина. Очень хорошие прочтения были у сайта, у этой заметки. Заметка абсолютно была... Бросай. Девушка. Кто первый сказал? Вот девушку, да? Ловите. Оп. Да. А, мы первые про это написали, и к вопросу желтое, не желтое, кого что интересует. Всех, конечно, якобы интересуют высокие материи, это нам любят в комментариях очень часто писать. Но про Эдвигу Поплавскую бедную, которая попала в больницу, потом кто только не написал. А, Белта, УНТ, СТВ, Тутбай, все кто угодно. То есть топовая тема страны. Да? А на втором месте что? Нет, не Курьян. Нет. Да, Беларусь оказалась в тройке самых бедных стран Европы. Прекрасно читалось просто и при том несколько недель, и переходы часто приходят, и сейчас еще. Ну, а Курьян, кстати, Курьян тоже хорошо читался. Курьян тоже, сообщили мы стране эту печальную новость, очень всех опечалило, очень много комментариев, все сожалели, была такая красивая сказка, и тоже о Курьяне потом было написано очень много уже после нас. А потом мы поговорили уже с женой его бывшей, была еще одна статья. А, и про, вот кто это люди, кто эти люди? Это что такое, думаете? Да, это наш любимый комментарий, самый популярный. Кто эти люди? Это большая одно время для нас была загадка. А, статьи. Да, кто эти люди? Пишешь про кого-нибудь, ну, про того, кто знает, что точно будет в топе и читаться будет. Человек открывает этот заголовок с неизвестной якобы ему фамилией, читает его до конца, ну или хотя бы быстро пролистывает, потому что, чтобы написать комментарий, оставить на сайте статью, нужно долистать до самого конца. То есть одно действие – открыть статью, второе – долистать, третье – взять, написать комментарий. Кто это люди, кому это интересно? Ну, в разных интерпретациях, но смысл такой. Потом отправить. Иногда, когда быстро еще не выставляется отклик, видишь просто с того же айпишника, человека бомбит, он пишет еще один раз, и еще кто эти люди? Кому это надо, что вы пишете, ну и так далее. А, вот, поэтому это наш самый прекрасный, да, комментарий, который есть. И пока второй не открывается слайд, я так расскажу. А, в принципе, о том, как мы делаем сайт. У нас нет отдельной интернет-редакции. У нас редакция одна делает и газету, ежедневный выпуск, толстушку и работает на сайт. Это одни и те же люди, одни и те же журналисты. Кроме этого, журналисты часто еще помогают рекламе с написанием текстов. Конечно, громко в таких случаях нужно говорить, что мы прекрасная мультимедийная редакция. Мы, конечно, прекрасная мультимедийная. На самом деле бывает тяжеловато, потому что все-таки и ритм работы газеты и сайта абсолютно разные, и подача абсолютно разная. И как бы мы там не душили журналистов, себя и всех вокруг, человеку очень сложно бывает переключиться молниеносно, разорваться, и что-то такое все вон закивали, да, кто из комсомолки присутствует. Да. Ну, стараемся всеми силами. Редакция у нас это около человек 30, плюс верстка, корректура, большой рекламный отдел, потому что это важная часть нашего предприятия. Планерки у нас проходят тоже общие, то есть у нас нет отдельных планерок. Ну, бывает, но вообще ежедневная планерка у нас общая сайта и газеты. То есть мы, так как редакция одна, то все это проходит вместе. Планерка ежедневная в 9:30, начинается она со свежей головы. Свежая голова – это человек, который идет сначала, покупает газету. А газету мы обязательно покупаем, обязательно разговариваем с киоскерами, спрашиваем, как продается, то есть собираем какую-то свою статистику, узнаем, как продаются конкуренты тех, кого мы считаем конкурентами. Обычно радуемся, как прекрасно продаемся мы и как похуже продается кто-то. А свежая голова обозревает наш номер, смотрит, что написали конкуренты, заголовки, темы и так далее. А потом мы смотрим статистику сайта, что читалось. Очень часто из того, что читалось, рождаются темы для газеты. То есть уже отписанное на сайте, оно по-другому крутится для газеты. Это, ну, самые невероятные могут быть темы. Если мы увидели, что Влад Бумага читался как сумасшедший, ну, понятно, что что-то с ним надо делать и писать уже в газету. Возможно, там для родителей, что всем спокойно, это вот такой товарищ, или там всем неспокойно с какими-то объяснениями и так далее. А что еще у нас? Более того, я скажу, да, то есть по поводу написания текстов на сайт. То есть мы зачастую не просто берем тексты топовые, которые на сайте выстрелили, да, то есть мы специально зачастую провоцируем эту ситуацию, когда мы пишем. Мы собираемся и говорим, тема интересна или интересна, вот пойдет, не пойдет, стоит газету брать или не стоит. А потом решаем, давайте поставим на сайт и посмотрим на реакцию, да, читателей, посмотрим, как будут читать, посмотрим, как будут комментировать. И зачастую эта статья, да, эта тема добивается, может быть, какими-то даже комментариями читателей, они идут там в подборку, да, мнение за, мнение против, и получается уже газетная статья, которую мы уже ставим в газету.
чем уникальна и хороша наша ситуация, что мы получаем очень много отзывов читателей. Мы получаем по-прежнему бумажные письма, ну вот Инна расскажет. Эту толстушку просто заваливают по-прежнему. Да? У нас обрываются телефоны. Мы выслушиваем все, что нам рассказывают. Про Пугачеву, про налог на тунеядство бесконечное, все что угодно. Мы это слышим по телефонам, мы это получаем в письмах, мы получаем отклики на сайт, мы общаемся всеми возможными способами и таким образом получаем какую-то возможность объективно оценить, что на самом деле интересно читателям. То есть самое главное, что мы обсуждаем всегда, когда у нас какие-то редакторские планерки, для кого мы это пишем и кому это интересно. Ну, потому что бывают и редакции, и журналисты, и все бывают этим грешим, что любим, ну, хочется написать то, что интересно тебе. Ну, к сожалению или к счастью, не всегда это надо делать, и чаще всего вообще никогда не надо делать. Или то, что интересно Фейсбуку. Да, или то, что интересно твоей ленте в Фейсбуке. То есть бывает и такая истерия, что, боже мой, вся лента написала. Иногда это реально повод, иногда это реально классная тема, которую нужно крутить и подавать. А иногда это просто такая выборка твоих друзей, ну, там 15, не знаю, 50 человек, с которыми очень классно это обсудить. На сайте это не считается. Есть большое предположение, что не считается и в газете, когда обсуждаем с киоскерами, что там говорили читатели и так далее. Это, да, по... Листаем? Ну, по редакции, если какие-то вопросы потом будут, спрашивайте, ответим, да, листаем. Это тоже немного цифры, это посетители и просмотры, данные по Гемиусу. Гемиус, на него мы ориентируемся, опять же, потому что это признанный показатель для рекламодателей. Рекламодатели смотрят в основном цифры Гемиуса, и нам важно, как мы здесь представлены. Ну, наверное, зачитывать не буду. Вот по алфавиту разместили сайты, которые взяли посетители, просмотры, ну, главные показатели. Наверное, все. Про сайт все. Да, да, теперь дадим слово Ине про наш главный стратегический продукт «Толстушку». Да, это к вопросу, кто все эти люди, да, на обложках. Немножко про «Толстушку», если будут вопросы, задавайте. Про кухню еженедельника расскажу, как мы снимаем сливки со всего, что можно, и как ее читают. Предполагается, что это газета, которую читают, ну, если не всю неделю, то дольше, чем ежедневку. Поэтому мы отбираем хорошие истории, громкие расследования, какую-то такую народную экономику, политологию. В общем, чтобы человеку было интересно почитать на самые разные темы. Ну, вдумчивых людей находим, делаем интервью. Вот... Еще одну уточку разыграем среди присутствующих. Есть еще такой момент. Главные наши читатели – это подписчики, это около 30%, да, людей, которые подписаны на газету, постоянно ее получают, да, как в старину, в почтовый ящик, все как надо. Остальная часть, которая специально идет в киоски «Белсоюз Печать», да, и покупает, то есть целенаправленно пришла за газетой. Но есть еще так называемые читатели импульсной покупки. Это вот те газеты, которые мы распространяем с помощью гипермаркетов через ритейл, да, то есть стойки, наверняка вы видели в гипермаркетах крупных, стоят стойки с газетами разными, в том числе и «Комсомолкой», и зачастую читатели, понятно, ориентируются не на то, что они пришли специально в гипермаркет, чтобы купить наше издание, а на какую-то обложку, может быть, на какие-то выносы, да, на ней. И вот мы каждый раз гадаем в понедельник с утра, что же стоит вынести. То, что прислала Москва, какой-то другой вариант, наши собственные герои. Что, как это будет продаваться, как это будет читаться. У нас есть статистика по каждой обложке, сколько читателей именно через гипермаркет ее приобрели. И смотрим, что в топе, что в провале. Ну, отрыв не такой огромный, скажем, это около 3000, но все равно для нас значимый, потому что это все деньги, это все, понятно, наши зарплаты, наши доходы, премии и прочее. Вот. Я предлагаю немножко угадать, что из этих обложек, они собраны в разнобой за прошлый год, что продавалось лучше всего, а что серьезным отрывом уходило не так хорошо. Есть какие-то предположения? Ну и вручим самому догадливому приз. Отлично, Тиханович. Это правильно, да. А что было в провалах? Кто сказал Мухин? Да. Ну, как? У нас одна утка, две. Вручим. Но там не совсем Мухин. Не совсем Мухин, а он вместе с Нагиевым, да. Ну, добавлю. С голосом. Да, и с голосом. А кто сказал Тиханович? Приблизительно плюс-минус. Да, поднимайте руку, кто сказал Тиханович. А кто сказал Мухин? Второму молодой человеку, да. Мухин. Сюда брошу. Оп.
извините, чуть да, не попал. Да, небольшие выводы мы для себя делаем. Всегда трогают в импульсной покупке, всегда трогают какие-то трагедии. Да? Но, как бы, чтобы немножко чуть больше раскрыть тайну, но вот ситуация с Тихановичем, она не совсем однозначна. Да? Не только дело в том, что вот человек ушел из жизни, значимый артист для республики, его все знают, да, и поэтому так хорошо продалась газета. Немного раньше было интервью с ними двумя о личном счастье, о долгих отношениях в браке и так далее. И эта газета тоже очень хорошо продалась. То есть это личные отношения вот к такому артисту, их немного в Беларуси, к сожалению, всегда обложки, которые мы делаем сами, с нашими лицами, продаются, увы, хуже. Да? Так же, как название «Комсомольская правда» в Беларуси, нас это немножко расстраивает, но ситуация такова. Да, мы должны идти навстречу читателям. Ну и обратили внимание на то, что плохо продаются обложки, которые, где нет конкретного лица. Вот то, что касается голоса, где три персоны. Ну, вроде бы вернулся золотой состав, был интерес большой читателя. Что изменилось с жюри «Голоса»? Они там несколько лет другие люди вели, если вы следите за этим шоу. Ну, вот оказалось так, да. И Мухин в провале, хотя великолепное интервью. Такое очень мужское, есть у нас рубрика «Чего хотят мужчины», но вот, увы, не так хорошо продался. Ну и вот если кто... Более по поводу того, что подача должна быть разная для газеты и для интернета, расскажу коротенькую такую историю, которая многому лично меня научила. Ну и определенные выводы мы из нее сделали, что касается газеты, что касается интернетной, фейсбучной публики, да, и читателей, которые приходят оттуда и оттуда. У нас был такой проект для детей про безопасность в интернете. Ну, несколько таких статей, 4, наверное, или 5. Как правильно вести свой аккаунт в сетях, как его обезопасить, как сделать крутой там, влог на YouTube. И советы хорошие влогеры давали, такие известные. Как правильно в Инстаграме там что делать, ну и так далее. Как с гаджетами себя вести, чтобы не, там, на телефоне не попасть на огромную сумму. Читали с удовольствием, я лично своим детям давала. И потом пошли звонки и письма. «Здравствуйте, вот мне 43 года, вы знаете, прочитала с удовольствием для детей, детей и научила, а вот сама вот так вот боюсь. Когда-то зарегистрировалась в Одноклассниках, дальше что делать, не знаю. Подскажите, вот как, зачем взрослому человеку все эти соцсети, все эти Ютубы, Инстаграмы и так далее». Мы подумали, мы откликнулись, и этот же журналист, молодая, хорошая, умная, толковая журналистка, написала, мне казалось, очень нейтральную статью, для чего взрослому человеку соцсети, YouTube, Instagram и так далее. Вот, с хорошими советами. Заголовок был такой виловатый. Мы с Олей посовещались, решили сделать хороший заголовок. Зачем 40-летним в Facebook? Вот, вышла в «Толстушке». Позвонили, поблагодарили, да, даже в редакции люди постарше мне сказали, ну как постарше, 40+, да, сказали, что спасибо большое, вот здорово посоветовать, для чего вообще вот, можно соцсети продвинуть какое-то личное творчество, там, сделать классную настройку ленты новостей, и все это в хороших советах. Но какая же буча поднялась у нас на сайте, и как же нас протащили в том самом Фейсбуке, вот, так что. Наверняка для интернета надо было менять заголовок, оставлять его, да, там, что взрослым, что старшему поколению делать, в соцсетях. Но вот выводы сделали, да, получили по полной. Очень досталось журналистке Дарья, простите. Вот. Люди залезли в ее аккаунты, посмотрели, сколько ей лет, и очень много всего написали. Так что будем разграничивать. Спасибо большое. Спасибо, Инна. Ну и последний слайд. Имейлы. А вот та самая стопка, да, про которую я говорил в самом начале. Это если сложить все газеты, которые выходят в Беларуси, то есть «Комсомольская правда» Беларуси, которая выходит за год, то получится стопка вот такая вот высотой 22, почти 23 километра. Да? То вот для сравнения, самолеты летают на 10 тысячах. Вот это вот у нас Эйфелева башня. Это самое высокое здание в мире в Дубае. Да? Вертолеты, Монблан, Джамалунгма. А вот такая стопка будет «Комсомольской правды». 23 километра сложенная из газет. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы переходим к блоку с вопросами. Я напоминаю, что вы можете прислать свой вопрос в слайда. Заходите на сайт slido.com, набираете код ивента KP1 и пишите свой вопрос. Либо поднимаете руку заранее, чтобы мы смогли сформировать очередь, и обязательно дожидайтесь микрофона. Мы пишем вас на камеру, поэтому
Надо, чтобы и голос тоже записался. И прежде чем мы перейдем к вопросам из зала, я вот хотела вас спросить вот о чем. Вы говорите, что вы каждый раз покупаете новый номер, обсуждаете с киоскерами, как продаются ваши конкуренты. И вот мой вопрос такой: как вообще в эпоху онлайн-медиа, будучи бумажной газетой, вы все еще процветаете? Что вы делаете правильно, в отличие от ваших конкурентов? До этого вот все это и рассказывали. Работаем. Ну, смотрите, да, как бы я вот говорил про редакционную политику, да, пишем для людей, пишем то, что интересует людей, то, что интересует, ну, и нашу аудиторию, в том числе вообще, в принципе, белорусов, потому что аудитория меняется, она перетекает, да, есть люди, которые время от времени покупают комсомолку. Плюс, конечно, есть бренд, который в голове, да, когда опрашивают, говорят, какую газету вы знаете, в первую очередь называют «Комсомольскую правду». Но мы стараемся соответствовать, стараемся поддерживать этот интерес, вот, и, ну, я вот не знаю, ну, у нас, ну, даже просто по киоскам, да, у нас там каждый день, в разные киоски, конечно, по-разному, но привозят где-то от 15, ну, может быть, 10 самые захудалые непроходные киоски, да, там порядка 10-15 экземпляров. В хорошие киоски привозят там по 30-50 ежедневок и по 120, по 150, по 200 экземпляров толстушки привозят, да. И это все раскупается людьми, которые... В киосках, вот опять, мы рассказывали, почему рассказывали, Инна, когда говорила про обложки, да, это была статистика по сети, ну, в частности, по Европту, да, потому что больше всего именно в Европте продается комсомолки, ну, если поговорить про сетевые супермаркеты, поэтому какая-то статистика есть. Там просто продажа идет газеты такая, точнее, покупка газеты такая, когда человек видит обложку, она выложена, она выкладывается на специальной стойке, человек видит обложку, и он покупает, да, эту обложку. В киосках обычно, особенно вот эти, которые остались, ну, есть новые, когда ты заходишь, все красиво выложено, тогда там тоже реакция на обложку, конечно, есть. Но большинство киосков маленькое окошко, где никогда не видно, что на обложке комсомолки. Более того, у нас всегда... У них есть планограмма раскладки газет, да, то есть по этой планограмме комсомолка запихнута... Короче, кладется в самый дальний угол, и причем так, что не видно ни обложки, ни даже этого верхнего выноса. Да? И поэтому человек в киоске покупает просто «Комсомольскую правду», а не покупает там тему, да, которая на обложке, либо на каком-то выносе. Вот, они просто подходят и покупают «Комсомольскую правду», либо ежедневку, либо толстушку. Спасибо. Ну, я хотела добавить, но иногда киоскеры говорят, что когда что-то громкое в стране происходит, ну, то есть, например, условно говоря, мегаповышение пенсии ожидалось или что-то в новостях сказали, и неясно, что это на самом деле такое, то приходят и спрашивают конкретную вещь. Также было с тем же декретом про тунеядцев, очень спрашивали, когда громкие криминальные ЧП, бензопила в Минске, еще что-то такое, ну, вот страшные вещи, тоже спрашивают тогда уже конкретно, где есть про это. И про киоски как выкладывают, вот на днях у нас... Очередной появился душевный киоскер, который написал заметочку от, да, на бумажке, что лунный календарь есть в комсомолке, и вывесил себе на киоск, и вот большой... Ну и продают вот то, что показывал вот этот наши семена, допустим, да, мы когда делаем номер, эти зеленые номера с семенами, то мы там тираж увеличим ежедневки там 1005, наверное, да, потому что газета улетает вся, вот люди причем идут, покупают, ну там семена разные, да, допустим, мы там 5 сортов, и они в разных киосках разные семена. И люди ходят по разным киоскам, покупают 5 комсомолок, там где-то огурцы, где-то помидоры, вот, а где-то там, ну, потому что семена проверены. На самом деле мы сотрудничаем уже много лет с одной и той же компанией, которая ручается за свои семена, они все всходят, они дают классный урожай, поэтому люди знают и идут по разным киоскам, покупают. И нам звонят, говорят, где можно купить там томат такой-то, почему вы в наш киоск его не дали? В конце концов, вот, приходится искать ему, куда мы распределили томат, вот, и отправлять его туда. Поэтому вот так. Спасибо. Если сейчас вопросы из зала, или мы уже перейдем к слайдам? Микрофон, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, для начала. Алексей Хадыко, «Новый час», ну и «Мастерство». Знаете, у меня о древности вопрос, может быть, даже здесь Юлия присутствует, скорее всего, она тогда была редактором. Лет 7 назад было блестящее совершенно интервью, с дочкой водителя Пантелеймона Пономаренко, который крест Ефросиньи Полоцкой в Москву отвез и Сталину отдал. Ну, Пантелеймон. Вот. Интересно. Я там по своим каналам проверял. Ну, вроде бы он в Троицко-Сергиевской лавре лежит. У вас какой-нибудь отклик был на эту публикацию? Если вы помните, конечно, я не знаю. Помните? Да. Надя Белохвостик текст.
Ну, отклик какой-то, наверное, был. Я так такого явно. Ну, то есть, ну, дальше дело не пошло, скажем так, да. То есть дальше мы концов никаких не нашли. И нам никто не позвонил и не сказал: да, ребята, я вам подтверждаю, этот крест лежит там, да. То есть было обсуждение, да, люди писали, люди звонили, что-то там уточняли, да, может быть, какие-то рассказывают какие-то свои истории, но конкретики никакой не появилось. То есть мы, ну, дальше расследование не пошло. Спасибо. Теперь очередь вопросов из слайда. И я хочу вам рассказать о том, что вы можете ставить лайки понравившимся вопросам, потому что они взлетают в топ, и больше шансов, что мы их зададим редакции. Поэтому не сидите сложа руки. Первый вопрос. У вас нет лонгридов, глубоких серьезных материалов, к которым стремятся многие СМИ. Вы специально упрощаете аудиторию, не кормя ее глубокой журналистикой? Так вопрос поставлю. Хороший вопрос. Ну, на самом деле лонгриды у нас бывают. Не часто, но бывают. А какие-то серьезные материалы тоже бывают, мы стараемся их делать, но это в основном просто, опять же, там толстушка, да? А? Да, вот, но надо понимать, что те же лонгриды это довольно трудоемкие вещи, да? Мы зачастую просто себе не можем позволить из-за каких-то временных. Мы делаем ежедневную газету, и мы постоянно занимаемся сайтом. Да? Нас иногда это затягивает на самом деле. Мы, вот, ну, мы это понимаем, мы этому там, очень не рады и пытаемся как-то сломать, но не всегда получается. Вот, не всегда хватает времени. Но толстушка, которая работает немножко, ну, в другом режиме, все-таки это еженедельная газета, да, то есть она работает немножко в другом режиме. Поэтому вот основной упор, основные все эти материалы, они уходят туда, и они там выходят. Инна, если добавь, пожалуйста. Прошу. Да, я попробую отбиться немного. Хотелось бы, конечно, понять, что значит глубокие, сложные, серьезные материалы. Если упрощать, значит, говорить на одном языке с читателем, то да, мы упрощаем. Я всегда прошу журналистов, которые пишут толстушку, говорю, напиши, пожалуйста, так, чтобы моей маме было понятно. Не только мне, да, каждое слово, но вот и ей тоже. А что касается глубоких материалов, не знаю. Вот сидит здесь один из журналистов, Ольга Ерохина. Великолепное интервью с экономистами на самые острые темы, да, там, не знаю, 100% коммуналка. Убьет вообще человека белорусского или нет? Стоит нам к этому или идти? Нет. Или мы будем на иждивении, да, государства пожизненно жить, и что дальше? И мы там спорим, задаем сложные вопросы, экономист разжевывает, приводит примеры и так далее. Таких статей немало. Или политология. На каждое крупное политическое событие мы реагируем по-своему. Мы стараемся нейтралитет соблюдать, но с политологами всегда беседуем. Да? Трамп стал президентом. Что это значит для мира, для Беларуси, что будет меняться? Да? Или там Меркель остается на новый срок? Либо, не знаю, там Макрон президент Франции. Что это вообще для Европы? Куда пойдет дальше? Что будет происходить? Ну, то есть на такие острые события всегда стараемся отреагировать, сделать материалы. Ну, интервью, мне кажется, тоже достаточно хороших, много вдумчивых. Серьезные, сложные материалы о здоровье бывают, например, с острыми вопросами. Ну, если вы уточните, что именно подразумевалось под глубокомысленными материалами, тогда да. Ну и то, что касается, мы же видим фидбэк на сайте сразу, да, если огромное количество прочтений какой-то темы, он как Едвига Поплавская сломала ногу, да, но бывает так, что глубокое интервью с экономистом или политологом прочитает гораздо меньше. Поэтому, ну, отдаемся на волю читателя во многом. Так что вот так. Спасибо за вопрос. Снова вопрос из зала, пожалуйста. Четвертый ряд. Здравствуйте, меня зовут Марина Симонова, я фрилансер. Я вот уже на самом деле написала вопрос. Хотелось бы узнать, есть ли у вас данные, сколько лет самому вашему взрослому, сталому калипо-белорусскому читателю? Может быть, проводилась какая-то отдельная статистика, или можно это понять по письмам читателей, какие-то отдельные отзывы были, просто интересно. Не, ну, конечно, конкретной цифры нет, да, как бы мы там не опрашивали, анкету не запускали, тем более, ну, к сожалению, да, пожилые люди в таком уже серьезном возрасте, ну, это так. Сегодня человек есть, а завтра его может и не быть. Но судя по письмам, то есть люди часто пишут там, я 70 лет читаю «Комсомолку». То есть такие письма постоянно приходят. Письма, на самом деле, вот то, что Оля уже говорила, да, письма приходят каждый день, писем приходит много. Ну, в день, ну, там, 5 писем минимум, да, если какой-то конкурс объявляем, который предполагает в том числе и отсылку участия бумажными письмами, тогда приходит там по 10, 15, 20 писем, да, то есть огромное количество писем. Пишут, понятно, что в основном, ну, если не на конкурсы, да, а просто поделиться чем-то, пишут, конечно, люди постарше. И вот очень часто такие бывают письма, да, я читаю там 70 лет «Комсомольскую правду», там, ни дня без комсомолки, я хочу вот, первый раз в жизни решила вам написать письмо. Вот, ну, то есть 70 плюс там, ну, наверное, 20 еще каких-нибудь, то есть, ну, так лет под 90 такие читатели есть точно.
вопрос, какой самый-самый такой возраст, да, до нас добирался, да, чтобы нам стало понятно. Однажды у нас случилось страшное, и была перепутана телепрограмма на 3 дня. Ну, то есть масштаб бедствия, это сложно вообще передать. Не один раз такое случалось. Нет, так, и чтобы... не только на 3 дня. Так, чтобы сразу 3, было, по-моему, только 1. Это страшное было время для нас. 8:30 приходишь на работу, 8:30, телефоны разрываются, снимаешь трубку, и оттуда кажется, что ну, это просто было что-то страшное. Люди кричали, я вам уже 1,5 часа звоню в 8:30. Да? И, конечно, это были очень люди ну, в таком серьезном возрасте. Дозвонилась бабушка, которой было, ну, по ее словам, 86. Она это кричала в трубку, мне было очень страшно, чтобы с человеком все было нормально. Ну, потому, ну, на самом деле, очень на таких высоких эмоциях. Это все, это никакой не было жизни. При том, что мы телепрограмму потом, конечно, опубликовали в следующем номере «Верную», извинились 5 раз. По телефону всем, кто звонил, диктовали, когда будут новости, когда сериалы, когда все остальное. Работа редакции была такая полупарализованная, было очень тяжело. А люди звонили, вот бабуте, да, 85 лет. Ну, потом она уже обычно, ну, опять же, это к тому, как разговаривать по телефону, как общаемся с читателями, что невозможно сказать, да, перепутали, до свидания, ну и все. Ну, это такое просто, ну, не может быть, потому что не может быть. Ты разговариваешь на 10-й минуте, бабушка начинает рассказывать про свою семью, что у нее 3 внука, а Миша принес газету, а я говорю, боже, Миша, что такое? Ну, ты попутно узнаешь, где был Миша, всякие остальные прочие вещи, да. Бабушка раздает всем советы, советует написать про историю Логойска, потому что у нее оттуда там дедушка был, например, что это всех очень интересует, а ваш Киркоров никого не интересует, и далее начинается подробный пересказ биографии Киркорова. Ну, то есть вот так. Поэтому, да, 85 лет — это люди, которые еще могут нам дозвониться и все рассказать. Можно это добавить? Вот Инна может много рассказать, да, про Киркорова, Пугачева и прочее. Да, история с телепрограммой. Мы тогда все были в редакции в унынии, потому что решили, что нас выписывают и читают только ради телепрограммы. Но успокоились спустя время, когда я там попутно, общаясь с читателями, задала вопрос, ну, телепрограмма же есть во многих изданиях. Они сказали, ну, нет, вы что, извините, это же себя не уважает. Ну, было приятно. Вот. Ну, а по поводу возраста читателей, это очень четко видно, когда мы устраиваем действительно интересный для них конкурс. Вот сейчас у нас есть такой конкурс «Фото из прошлого». Просим прислать любую фотографию с историей, там, семейной историей, письма валом, народ звонит, и все это и есть и на сайте, и в газете, и много бумажных писем. И тут такой разброс. Иногда удивительно, но когда я получаю бумажное письмо от 18-летнего человека, это вот правда такой вау-эффект. Вот. Ну и очень много в возрасте, да, вот последняя дама, которая звонила и спрашивала, можно ли прислать письмо на белорусском языке в комсомолку, отвечаю, можно, и делаем мы интервью на белорусском, и если герой предпочитает этот язык, конечно же, никаких вопросов. Вот она сказала, что ей 93, она пишет «дочка». Ну вот, было круто. Ждем письма. Спасибо. Вот, кстати, вот вдогонку, здесь был вопрос про белорусскую мову. Белорусская мова — это вообще не про КП, или есть планы внедрять белорусскоязычный контент? Начали отвечать. А он есть у нас постоянно, если вы почитаете, вот, да, не знаю, в этом, наверное, открыть там 3-ю страницу, наш традиционная рубрика, наш, ну, как минимум, да, то есть то присутствие. Мы как бы по регистрации, конечно, мы, ну, понятно, работая в Беларуси, да, мы двухязычное издание. Ну, давай а я вот скажу. Нет, ни разу тут, к сожалению, нет. В этом, да, номере. Давайте я скажу про белорусскую мову. У нас бывают интервью, которые мы размовляем на белорусской мове. Интервью пишется на белорусской мове. Бывают выпадки, когда потом приходишь и перекладаешь это интервью на русскую мову. Это просто, ну, это жах, и это немагчыма, не хапая слова, не хапая магчымасці все это перакласці. Я сама писала такие интервью, например, ну, с Трусовым, который, да, Трусов, старшиня ТБМ тогда был. Писала я у 2 версиях, на русской мове и на белорусской. Белорусская версия потом на ТБМовский сайт и ставилась, например, да, ну, как у них так само стояло. Нет. Не на мой. Короче, бывает, что мы интервью прикладываем, робим 2 варианта. Бывает, что прикладывается на русскую, пишется, что интервью прикладено с белорусской мовы на русскую. Когда человек отказывает, это его цитаты невеликие, мы их не прикладываем, они так и стоят в тексте. На жаль, великие, когда мы ставим интервью на белорусской мове и на русской, не как мы поравновали несколько ходов тому, лишь бы... Конечно, белорусскомоўнага интервью значно меньше, ну, на великий жаль. Але у нас нема ніякай, ну, не то, что забароны, ну, такого, что мы николи не поставим, такого нема, можем ставить запросто. Все. Нет, ставим, часто довольно ставим, поэтому тут запрета никого нет, предубеждения. Спасибо. Теперь вопрос из зала. Вот я вижу во втором ряду рука. Возьмите, пожалуйста, микрофон.
Добрый день, меня зовут Олеся, я редактор. Я вот сейчас взяла толстушку вашу и обратила внимание, что у вас стоит ограничение 18+. А почему? А что там такое интересное? На самом деле это просто перестраховка, потому что, ну да, бывают у нас голые девушки там, с обнаженной грудью. Ребенок откроет, увидит, ну с маркировкой, условно говоря, там 16, либо там 14+. Я просто видел там, не знаю, где-то у кого-то видел, по-моему, в экономической газете. Они что-то поставили вообще там 12+, да, как бы, ну, что-то какое-то безумие, да. То есть мы ставим по максимуму. Мы понимаем, что, в принципе, газета это не для детей, да, поэтому ставим, ну, 18+, подстраховываясь в том случае, если вдруг будет какой-то контент. Вы же знаете, что, в принципе, это, вот это ограничение, оно может меняться от номера к номеру. Оно, в принципе, даже могут отдельные материалы маркироваться в газете отдельной маркировкой, да. То есть вся газета может быть 18, а там, или там просто там 12, а какой-то материал, какая-то страница может маркирована быть 18. Но мы ставим по максимуму, чтобы просто подстраховываться. И чтобы... Ну, вы же знаете содержание сейчас номера. Да. Вот можете мне рассказать, где там 18+? Просто интересно. Нет, так это верхняя граница. То есть мы понимаем, что, ну, дети не читают и не покупают газету. То есть, ну, дети младше. Но он написан очень-очень аккуратно. Спасибо большое. Давайте перейдем к следующему вопросу из слайда. Что в случае КП монетизируется лучше, бумажная версия или сайт? И каковы доли доходов? Честно скажу, конечно, газета. Газета приносит деньги. В смысле, бумажная газета, да? То есть газета, ну, понятно, есть два источника денег от газеты. Это первое – продажа самой газеты, подписка, продажа. Второе – это реклама. Сайт пока столько денег не зарабатывает, даже близко. Он, наверное, мы так… Ну, вы же понимаете, у нас предприятие большое, да, и сложно прямо совсем вычленить вот прибыльный, неприбыльный. Ну, сайт, наверное, где-то работает примерно в ноль, скажем так, да, то есть он себя окупает, вот, но денег особо не зарабатывает. Остальное все, это, конечно, газета. И вот еще вопрос. Есть ли предпосылки к тому, что в КП появится сугубо газетная и сугубо онлайновая редакция? Вы знаете, на примере московской редакции, большой… огромной московской редакции, где кроме сайта большого КП.ру, да, там вот сейчас у них приходит, вот у них, я смотрел, в декабре было 44 миллиона уникалов и почти 300 миллионов просмотров, да, это сайт КП.ру. Плюс печатная версия, плюс есть радио, и было еще не так давно телевидение КП.ТВ. Они шли этим путем, они пытались разбросать людей по разным редакциям, сделать онлайновое отдельное. Причем этих попыток было много разных, то есть они то разводили, то сводили. В итоге пришли все-таки к тому, что редакция должна быть единая. Да, есть люди, которые специализируются на чем-то, да, там есть там, редактор сайта, есть какие-то люди, которые занимаются техническими вопросами на сайте, да, но журналисты, они общие, скажем так, да, то есть они работают и на сайт, и в газету. И делить, наверное, ну, есть какие-то там, да, форматы малые, там, ну, эти новости, да, понятно, маленькие новостюшки пишет какой-то специальный человек, который просто там рерайтом занимается, вот. А большие материалы пишут все. Другое дело, как это упаковывается, да, то есть для сайта может быть упаковано по-своему, для газеты это переделывается немножко по-другому. То есть для соответствующей аудитории делается соответствующий продукт, но делает один человек. Ну, в смысле, одни и те же люди. Нет смысла делить. Ну, на наш взгляд, нет смысла делить. Спасибо. Я призываю вас ставить лайки понравившимся вопросам, потому что мы все сегодня до конца вечера все равно не зададим, поэтому вы можете повлиять на историю. Есть ли еще вопросы из зала? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Алексей Ковалев, журналист. Подскажите, пожалуйста, какое время подписания номера в печати, какой вообще дедлайн у журналистов? Сколько дается времени на написание того или иного материалов? Или нового материала, вчера. Да. Вчера. Ну, Андрей, наверное, да, про сдачу? Ну, номер мы подписываем по графику. Мы должны подписывать номер 18.00. Вот, уезжаем, конечно, мы всегда позже, но, к сожалению, из-за техпроцесса. Вот, есть там нюансы свои, не буду вдаваться. То есть где-то выезжаем примерно там полседьмого, да, то есть 18.30. А журналисты должны сдать свои тексты, чтобы они нормально были вычитаны редактурой, корректурой, сверстаны, еще раз вычитаны, ну, до 2 часов. Иногда, да, иногда бывают какие-то срочные горячие темы, ну, ждем.
До трех, до четырех, до пяти, до шести бывало ждем. Ждем, ждем, пока зададут текст. Быстренько закидываем. То есть полосы верстаются. Ну, да, как бы технология такая, полосы могут верстаться с так называемыми дырками, да, когда мы понимаем, что здесь будет какой-то текст, там основной, не основной. Мы под него оставляем место, остальное все заверстывается, вычитывается, а потом уже вот заливается там этот текст туда и быстро в типографию. Потому что туда есть техпроцесс и, ну, совсем... Ну, я всегда говорю так, да, это техпроцесс, это конвейер. Может быть, самый замечательный текст, самая замечательная заметка, самая замечательная статья. Но, ребята, если эта газета не уехала в печать, не ушла, да, и не попала в киоски, ну, все, значит, ну, смысл всего этого, да. Ну, на сайт, конечно, поставим, но все равно. Разрешите еще вдогонку вопрос, как доставляются газеты в регионы? Собственно, как эта экспедиция? Очень по-разному. У «Союз печати» есть своя служба доставки. То есть, да, газета сдается, печатается ночью, ночью машины уезжают по всем регионам. Это если по «Союз печати», по Белпочте. Есть супермаркеты, некоторые сами возят своими, ну, своей экспедицией, да. Некоторым возим мы. То есть у нас есть свой штат водителей, свои машины есть. То есть мы сами развозим. То есть по-разному все очень. Спасибо. Есть партнеры, которые возят нам газету. Спасибо. Следующий вопрос. От чего зависит зарплата журналиста, редактора, фотографа? На какие показатели обращаете внимание в случае с сайтом? Андрей? С сайтом, естественно, на прочтение. Да? Да, там есть, в принципе, коэффициенты. То есть, ну, мы прекрасно понимаем, да, зачастую может быть совсем небольшая какая-то новость, которая попала там в Яндекс.Новость, либо кто-то еще. На которую журналист потратил совсем мало времени, никакого там своих особых ресурсов, да, и она попадает в Яндекс и там взлетает и собирает огромный трафик. Бывает такое. Поэтому мы все-таки стараемся какими-то коэффициентами условными там регулировать немножко это, да? То же самое в газете. Да. У нас не зависит зарплата и гонорары от количества знаков, которые ты написал там за месяц, в день или за ночь, как угодно. То есть 8000 знаков и 2000 знаков могут, грубо говоря, стоить одинаково в плане гонорара. Ну, оно зависит, конечно, но не напрямую, да, не линейно. То есть могут быть, опять же, коэффициенты, ну, от того, от значимости материала, от того, тему принес журналист сам или там не сам принес, да, эксклюзивно, не эксклюзивно, сколько он потратил сил, здоровья, времени на эту статью, заметку. Вот, ну, то есть стараемся все это учитывать и никого не обижать. А ну, есть, конечно, у вас норма больше, какая-нибудь? Вы знаете, нормы, прям такой совсем вот нормы нет. Но, во-первых, норма – это всегда видно, да, по гонорарам, по выписке, сколько человек там выписывает в месяц. Ну, там один месяц на последнем месте, второй месяц на последнем месте, третий месяц на последнем месте. Ну, тогда возникают вопросы. А что ты тут делаешь, как бы, да, сам не зарабатываешь и нам пользы не приносишь. Я хотела еще добавить, что у нас нет норм, но у нас есть такой ритм работы, когда ты просто, ну, мало кто у нас может остаться без работы и сидеть день отдыхать или там неделю сидеть в драме и драматизировать в редакции. Ну, такого просто не может быть, потому что с утра идет планерка по номеру, понятно, что номер нужно отписать, чтобы не происходило, полосы должны быть заполнены, да, это объем работы, как ни крути. Есть сайт, которому тема нужна, не так, а сяк, и это тоже надо быстро, и это кому-то нужно сделать, поэтому не пишешь номер, быстро садишься и делаешь. Есть толстушка, которую нужно ходить писать, ну, поэтому вот куда еще нормы вводить? Есть небольшое различие, да, между ежедневным и выпуском еженедельным. Вот маленькая редакция у меня в «Толстушке», если так можно сказать. Никто у нас не работает только для чего-то отдельно. Ну, вот у этих людей, у этих двух человек есть время вот неделю обдумать и сделать какой-нибудь хороший, вдумчивый, толковый, читаемый материал. Вот они очень часто тоже приносят много прочтений на сайте в том числе. Так что, ну и, соответственно, и премируются эти люди. То есть можно добавлять, у нас есть бальная система, когда выше оценивается, есть премии годовые, там, за месяц. Я могу подойти и сказать не только журналистам, например, крутому верстальщику, пожалуйста, очень классно сделал текст, дайте премию, и Андрей идет навстречу. Кто-нибудь еще хочет вне очереди задать свой вопрос, подняв руку? Тогда мы переходим вот к чему. Киевская хунта продолжает терроризировать Донецк. КПБАЙ. Как регулируется перепечатка такого российского контента? Есть ли здесь ваша редакционная политика? Есть редакционная политика. Все материалы, ну, сейчас мы говорим про московские, да, в частности, модерируются, вычитываются,
если к нам ставится, то тут зачастую с какими-то корректировками. Да? Если вы это видели на КПБай, ну, сайт у нас, хоть он входит в систему сайтов «Комсомольской правды», имеет точно такой же дизайн, но это самостоятельный сайт, куда все новости выставляются нашей редакцией, только нашей редакцией. Да? То есть московская редакция не ставит новости на наш сайт. Поэтому все, что мы ставим, мы это все вычитываем, все это отсматриваем и стараемся очень аккуратно поступать и ставить. Если вы это видели на КПБай, тут есть такой нюанс, что… Да, я понимаю, я объясню. Вы видели не на главной КПБай, а куда-то залезли по ссылками, где-то к чему-то было прицеплено, зачастую, да? Зачастую просто домен подменяется, да, то есть, ну… Понимая, что вы находитесь в Беларуси, находитесь в Минске, подменяется домен КПРУ, да, подменяется на БАЙ. Вот, у нас были такие ситуации, когда нам говорили, вот смотрите, это статья на вашем сайте. На самом деле, ну, что с этим делать, мы не знаем. Да? Бывают такие ситуации, подменяется домен, и оно показывает КПБай. И вот хунта там, да, на КПБай. Мы пытаемся объяснить, что это что-то не наше. У нас на хунты нету. То есть да. Мы ее к себе не переставляем. Это по Гуглу, значит, перешли. Бывает, если очень глубоко залезть в наши ссылки, подтягиваются московские. Там, когда уже читается так же, все прицеплено, и тогда можно до такого докопаться. Потому что движок один, в принципе, они, ну, там такие вот взаимопроникновения. Какие-то бывают. Вопросы из зала еще, пожалуйста. Алексей Хвачинский, газета «Автобизнес», сайт «ВВБай». Андрей, привет. Ты ответил на вопрос, на что ориентируетесь, как оцениваете свою работу журналистов на сайте. Сомневаюсь, что кому-то стало понятней. Спрошу по-другому. Относительно рынка платите как? Среднее, выше, ниже? И как раз вдогонку вот следующий вопрос, в принципе, об одном и том же, наверное. Спасибо. Не знаю, как ответить. Наверное, среднее. Вот как бы, ну, вряд ли сильно выше. Вот, ну и не совсем уже прям там не платим. Платим зарплаты, платим премии, вот. Все выше. Да, 500, по 500. А? Да, у журналистов, у корреспондентов, да, есть окладная часть, у штатных, есть окладная часть, не очень большая, и есть гонорарная часть, которая складывается из нескольких тоже источников, да. Один источник — это там тексты в ежедневке, второй источник — тексты в толстушке, третий источник — это сайт. Вот ежедневка, толстушка оцениваются более как бы, ну, субъективно, это делает редактура, оценивает материалы и расставляет за них гонорар. Сайт там больше, там на сайте тоже очень сложная система, понимаете, потому что, ну, есть дублирование, да, то есть человек пишет статью в газету, она выходит в газете, она оценивается, на нее начисляется гонорар, что потом с ней делать на сайте. Тут у нас есть свои механизмы, когда мы ее оцениваем там немножко пониже. Если статья писалась только для сайта, это было сделано там вот по заказу Оли Анцепович, да, тогда, соответственно, конечно, статья на сайте будет оплачиваться дороже. Сложная система, не очень простая, не очень, может быть, такая понятная, но я пробовал, мы пробовали выйти на разные системы, что-то у меня лучше не получилось пока, к сожалению. Вот. Может, не к сожалению, может, к счастью. Вот. Но с этого, во всяком случае, понятно, и вроде никто не обижается. Вот. Любое изменение, это будет, да, кому-то будет, наверное, лучше. Но вы же всегда знаете, когда становится лучше, да, человек это недолго помнит, там, месяц-два. А если становится хуже, он это помнит всегда, да, и будет ходить и говорить, елки-палки, я раньше получал 1000, а сейчас получаю 800. И будет злой на нас, обиженный, и будет искать другую работу. Почему отказались от белорусской вкладки в российскую газету? Как читатель сегодня может увидеть, где контент белорусский, где российский? По большому счету, это смысл это видеть, да? Смотрите, мы белорусское издание с белорусской регистрацией, мы все граждане Беларуси, да? И редакционная политика у нас такая, что мы пишем про Беларусь. Если мы ставим какие-то московские тексты, московские полосы, то это такие больше, ну, общечеловеческие, да, там какие-то особые случаи, не знаю, истории матерей, там, детей, ну, да, бывают убийства, бывают какие-то там, не знаю, что-то еще, там клуб любознательных есть у нас, мужчина и женщина, да, но это, в принципе, может писать любая редакция, белорусская и российская, поэтому мы специально от этого уходили, потому что мы сейчас всю газету формируем самостоятельно, да, у нас нет какой-то обязательной российской части, которую мы должны ставить, либо которую мы ставим, мы формируем номер полностью, да, то есть начиная с обложки, которую, да, она может быть на российскую тему, там, не знаю, ну, что-то было там,
Женщина украла ребенка, да, там откуда-то из роддома, и два года воспитывала как своего. Ну, тема это общечеловеческая, это не так принципиально, где это произошло, там в Кемерово, либо в Слуцке, да. История интересная. Но стараемся делать свои обычно, но не всегда получается. Проблема. Тихо, спокойно, в Беларуси настолько, что вот сидишь, думаешь, с чего сделать обложку. И ничего не можешь придумать. А это надо делать каждый день. Еженедельник еще понятно, но и там тоже проблемы. Как вы боретесь с воровством контента? Письма рассылаем и судимся. Ну, сначала рассылаем письма. То есть это 100%. То есть сразу не начинаем. С предупреждением и с просьбой настоятельной заплатить нам деньги за то, что украли у нас контент. Либо объясниться, почему украли. И ну, то есть, что касаемо сайта, я могу сказать, да, у нас на предприятии есть юрист, все у нас очень серьезно, воровать свой контент мы не даем, контентом мы зарабатываем. Позиция у нас такая, что, ну, объяснение, я у вас тут взял немножко статьи, потому что я так захотела, но очень странно. Это как пришел в магазин, выпил немножко молока, не заплатил, ну, потому что, а что мне надо, у вас есть, ну, как-то так. Да, ну, это, конечно, странно, но на самом деле, что касаемо сайта, использования наших текстов, с большинством редакций у нас абсолютно нормальные отношения, все уже договорено, оговорено, как нужно нас цитировать, то есть тоже ни для кого не секрет, что сайт не может жить в таком вакууме, сам себе написал, никто тебя не взял, никто тебя не процитировал, ссылки не поставили, и ты дальше будешь так прекрасно жить, но такого тоже не бывает, да, и, ну, и не надо, чтобы оно такое было. Ситуации, когда, ну, например, я смотрю, как взял нашу статью, да, как процитировали, как использовали и так далее. Бывает, попадается какой-то новый сайт, с которым мы раньше не сотрудничали, отношений никаких нет, но обычно пишется просто нормальное культурное письмо, что «Здравствуйте, коллеги, вы использовали наш контент, просьба ссылку достать с самого низа вашего сайта и поставить в первый абзац, нормально активной ссылкой, написать, что это материал комсомолки». В 99% отвечают, что да, окей, спасибо, сейчас исправим. Да? Но есть такие какие-то вопиющие 3%, которые пишут, чего это. Ну, как бы, ну, тогда уже начинается другая история. Ну, того это. Ну, как-то так. И, кстати, вопрос про суд. Подавали ли на вас в суд, за какие материалы и чем все закончилось? Нет, мы очень гибкие. Ну, там вот в редакционной политике, кстати, было, да, написано в нашей, что если мы ошибаемся, если мы там что-то у кого-то украли, не намеренно, случайно, обычно это происходит. Мы в этом готовы всегда покаяться, да, и попытаться договориться вот с теми, у кого мы заимствовали этот контент, если говорим про контент, либо там покаяться в тех ошибках, которые мы совершили в газете. Вот у нас есть специальные рубрики, там, если для газеты, да, мы извиняемся за свои ошибки. Вот, пока нам удавалось договариваться. Скажу честно, что не всегда безденежно. Бывали такие случаи, но в основном договариваемся. Просим прощения, просто извиняемся, убираем там, не знаю, фотографию, либо какой-то контент, который мы взяли, по которому есть претензии. Такие случаи в нашу сторону и от нас бывают. Да. То есть тоже да. С нами бывает не безденежно договариваться. Там, наверное, про суд имелось в виду, может, вообще в общечеловеческом плане. А, в человеческом, да, попадаем в человеческом плане суды у нас постоянно. У нас, наверное, параллельно всегда идет там, ну, сейчас что-то затихло, но пару судов все равно есть, наверное, да? Обычно параллельно суда там 2-3, а то и 4 у нас всегда идут, да, то есть с нами судятся там за все, ну, по поводу материала в основном, да, когда мы что-то про кого-то написали, кому-то что-то не понравилось, он подает там один, подает на второго, и, соответственно, нас как уже распространители этой информации туда же подряжают, да, и мы ходим, доказываем, иногда бывает, когда конкретно на нас подают в суд, да, чем-то недовольны, вот тогда мы идем в суд там и доказываем, что мы... Кто нас подал? Кто не подавал на нас, да? Со Смоловым мы очень долго судились, вообще безумное количество лет. С таможенным комитетом мы судились. Ну, как судились? Расскажите, пожалуйста. Да перепутали мы фотографию, перепутали Шпилевского, был глава таможенного комитета. А был еще у Александра Глеба, был его агент, тоже Шпилевский. Имена только разные. Один был Александр, а второй я уже не помню. И у нас рубрика в «Толстушке» есть такая, люди, которые нас удивили. Мы писали про агента, ну, в смысле, про менеджера Александра Глеба, с его цитатой. И отдел оформления перепутал фотографию. Вот. И мы заплатили тогда, это было лет, ой, я боюсь уже вспомнить даже, очень давно. А? 30 тысяч долларов, да. Вот Юля помнит. 30 тысяч долларов тогда заплатили по этому суду. Да, это было такое очень, да. Шпилевскому, да. Ну, он потом рассказывал, вроде, что он отдал все это куда-то на благотворительность, по-моему, да, или там часть денег, а? Автобус купил, да, и вот уже, ну, было такое. И постоянно кто-то подает, герои наших публикаций там за что-то там,
Подают, судимся, мы судимся с ними постоянно. Я добавлю, наверное, самые такие трудоемкие в плане грядущих судов материалы – это криминал, да, и поэтому вот и люди в этих отделах, вот там есть, да, журналист нашего криминального отдела, достаются тяжелее всего. Это самая сложная работа, она и оплачивается, кстати, по-другому, потому что собрать всех свидетелей, потом пройти чистку юриста – это всегда происходит с нашими криминальными текстами. Но это очень сложно. Но все делается для того, чтобы избежать судов. И все равно бывает так, что они идут, и линия защиты очень сложная. Спасибо. Есть ли еще вопросы из зала? Тогда расскажите, пожалуйста, как находите новых журналистов и как удерживаете старых? По-разному бывает. Новых журналистов, ну, в последнее время у нас такая как-то сложилась прям традиция, что... У нас остаются студенты, которые там 2-3 года к нам ходили на практику, учась там на втором, третьем, четвертом курсе, потом ходили к нам на преддипломную практику, вот, и потом приходят к нам работать. Вот. И много таких довольно сейчас такой молодежи, которая пришла именно вот таким образом. Бывает, кто-то увольняется, конечно, тогда ищем по объявлениям, даем объявления по резюме, отбираем людей, собеседование, ну, то есть, ну, как у всех, вот. Как тут еще рассказать, где находим. Я не знаю то место, где вывозятся хорошие журналисты, куда можно прийти там и кого-то взять и достать. А как вы удерживаете старых? Контрактами. Подписал, работай, пока не истечет контракт. Не, ну на самом деле, ну, всегда договариваемся, но если люди хотят уйти, то договариваемся, как бы, да, и отпускаем. Вот, ну, интересная работа, и удерживаем, в том числе там зарплатами, не самыми низкими, да, наверное, если мы говорим, там, чуть средними, либо чуть выше средних, может, этим условиями труда, наверное, ну, графиком, чем еще люди удерживают вообще, в принципе. И какая у вас психологическая обстановка? Я как человек, поработавший во многих редакциях, ну это удивительно, да, потому что мне, там, не знаю, по 2-3 года в самых разных, начиная там от «Знамя юности», «Отдохни», там, с «Белопаном» и «АИФом», в «Комсомолке» я уже очень давно работаю, и сама порой удивляюсь, что вот как пора бы уже, наверное, что-то поискать новое, но действительно, мне кажется, не хочется хвастаться, но, может, вот студенты остаются и горят желанием потом приходить, возвращаться, получать распределение в комсомолку, потому что, ну, мне кажется, очень доброжелательная атмосфера и во многом на равных. Нет вот такой четкой субординации, которая во многих редакциях, в которых я работала, существует. То есть мне кажется, что все могут прийти с любыми вопросами, ну, и мы дружим, да. Между собой очень часто. Спасибо. А и я даже попрошу... с теми, кто ушел от нас. А я попрошу, если у вас есть вопросы, вы сидите в зале, то вы поднимаете руку заранее. А если вы хотите решить судьбу какого-то вопроса, то знаете, что он сам себе лайк не поставит, поэтому активнее голосуйте. И сейчас у нас самый популярный вопрос. Это почему на ваших обложках только герои российской попсы? Ну, не только, как мы, да, видели. Мы рассказывали. Ну, мне надо, да, отвечать снова. Я уже объясняла. Ну, кстати, не только. Вот, ежедневка у нас очень такая новостная, всегда какие-то хорошие выносы. Были попытки поменять героев на обложках «Толстушки». Я уже говорила, что поняли, что белорусы очень плохо продаются. И это удивительно. Были классные тексты, были очень хорошие интервью, выносы. Я не вспомню никого, кроме Домрачевой, Тихановича, может быть, Агурбаш, которая хоть немножко вот по уровню... Ну, про Тихановича сказала, ну, это другая такая вот, да, история, которая по уровню бы достигли этих российской попсы. Да? Но стараемся, чтобы это были интересные персоны, по крайней мере, хоть как-то они лавировали, варьировались. И была попытка прекрасной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, когда они разводились. И тоже нам казалось, что это круто, решили попробовать эксперимент. Это было кошмар просто. Звонили все и сказали, кто эти люди, зачем вы их ставите. В общем, решили тоже. Да, но как только увидим, что продается лучше и читается лучше на сайте, чем российская попса сейчас, ну все равно в топе.
очень часто. Ну, для этого, да, мы делаем этот рейтинг обложек, где мы понимаем, делаем рейтинг обложек, смотрим, что на что обращает внимание. Вот такой топовый сейчас человек, вот тоже феномен Шепелева, да, что бы ни писали, сколько бы обложек ни делали, продается в лед, самые высокие рейтинги у него. И сейчас такой же персонаж Дима Маликов. Ну, то есть тут уже молодая часть редакции такая 20+ попросила, давайте, ну это же король Инстаграма, там сделаем наконец. Вот, и он тоже очень, вот на последней толстушке тоже. Тут уже про суррогатное материнство его нового ребенка, и тоже надеемся на хорошие продажи. Ну, в общем, рады были бы уйти от российской попсы. На самом деле, да, мы постоянно прощупываем, то есть прощупываем белорусскими персонами, прощупываем, насколько, как на них реагируют читатели, да, мы ставили. Но даже вот там Азаренко стала первой ракеткой мира, да, мы там, давайте, ну это ж вообще, ну просто для Беларуси это что-то там не бывало. На обложку не продается. Домрачева там взяла 4 золотых медали. На обложку не продается, понимаете? Ну вот хоть ты убейся. Солодуху, казалось бы, этого, но уже в конце концов. Но Домрачева вышла замуж, это да, было вот хорошо. Домрачева вышла замуж, было лучше. Ну то есть трогает, да, все, что касается семьи, разводов, там, не знаю, детей, читатели цепляют, они покупают, да. Спасибо. И у нас осталось время только для 3 последних вопросов. И вот следующий вопрос у нас звучит. Верите ли в смерть бумажных газет? Если да, то когда ждете? Я бы хотела его скомпоновать вот с этим вопросом. Каким вы видите КП через 20 лет, если сейчас зарабатывать благодаря сайту не получается? Ну, то, что сейчас не получается, не значит, что не получится в дальнейшем заработать. Да, то есть я говорю, в принципе, мы зарабатываем, но он себя окупает, сайт уже. Уже как минимум это хорошо. Вот, верим, не верим, знаете, сейчас вот в современном мире вообще нельзя ни в чем быть уверенным, да, вот только появились там, не знаю, соцсети, казалось бы, да, сейчас уже предрекают смерть соцсетей, только появились мессенджеры, все туда ломанулись, тут уже все говорят, что уже все, уже Telegram не тот, Viber это вообще уже отстой, как бы, да, и поэтому верить, не верить, когда-то предрекали там смерть, ну, это, знаете, там классика, да, смерть там, появилось кино, умрет театр, появилось телевидение, умрет кино. Ни одно из этих средств, чего развлечений, как назвать, да, не умерло. Все существуют, все живут, все какие-то свои ниши позанимали. Поэтому даже вот тут, честно говоря, не знаю. Может умрут, может не умрут. Работаем просто и все. Делаем газету. Есть ли еще вопросы из зала? Сейчас дождитесь микрофона, пожалуйста. Подскажите, Кириллоска, а все ж таки, коли ось вы разглядаете конкуренту, вы ориентуетесь больше на онлайн СМИ, там, Тутбай, онлайнер, або все ж таки там на паперовые, там, АИФ, ну и так далее, какие так само утопия. А какие паперовые, смотрите, то есть из новостных, ежедневных изданий, да, то есть в принципе больше никого нет. Есть только государственные, да, там, кто у нас выходит ежедневно. Ну, типа, Звезда, ну, Советская Белоруссия, понятно, да, Советская Белоруссия, по-моему, там Звезда, угу. Наверное, кто еще? Но это немножко все-таки другая ниша, да, то есть мы в другом, в другой нише. Поэтому, естественно, что ежедневная газета, в первую очередь, конечно, с онлайн-ресурсами, ну и сайт, да, тут ближе, конечно, ежедневка и сайт, они ближе друг с другом, чем там толстушка, это все-таки особняком немножко, потому что другой режим работы, другой режим выпуска. Поэтому, естественно, да, на онлайн-СМИ в первую очередь. Потому что все равно отработка идет на сайт, в любом случае, сначала на сайт, как говорят там, да, утром где там, в этом, а вечером в куплете. Вечером в газете, да. Но там, здається, коли ось був рейтинг, там же у рейтингу, по-моему, Тутбай и онлайнер не было. Не, ну понятно, да? Мы там не брали. То есть вы, потому ну, что вы, там значит, вы цифры, да? Знаете. Как бы. Мы тут сравнили с новостными ресурсами, исключительно новостными ресурсами, да, примерно в нашей нише. Понятно, что как бы онлайнер, Тутбай, это совсем другие ресурсы, это порталы, у которых там друг. Ну, да, даже просто графики туда поставьте, да, и вы увидите, как остальные все, к сожалению, там. Зрозуміло, що ми розглядаємо Тутбай, вельми щільно глядзім усі теми. Ну гэта просто як само собой. Онлайнер глядзім шмат якіх сайтаў, што напісалі, як напісалі, што зрабілі таго, што мы не зрабілі, і гэтак далі. Гэта абавязкова кожны дзень, ну і нават не кожны дзень, а на працягу дню просто. Ясно. Дякую. Спасибо большое. І самый последний вопрос у нас оказался про искусство. Как вам удалось раскрутить все эти серии книг? Что сделал маркетолог, чтобы продать классическое искусство в 21 веке? Вот надо было брать маркетолога нашего. Не, на самом деле, первые наши серии и самые успешные, да, вот по вот эти художники. Кстати, чей вопрос? Опять ваш? А, извините. Держите. Дарю вам альбом Хруцкого, да, великие художники.
та коллекция, которую мы продали тиражом 1 200 000, это было там 100 книг, да, вот такая полка, такая картина складывалась там. У меня самого до сих пор стоит на полке вот так примерно, да, на полметра провисшая полка. Жду, когда сломается и рухнет. Тогда, ну, во-первых, это был запуск всех коллекций. Сейчас вы подойдете к любому киоску, вы увидите там коллекции, такое безумное количество просто, начиная от каких-то куколок, там, да, наклеечек, часы, там, заколки, не знаю, книжки, альбомы, машинки, все что угодно, да. Когда мы начинали с великими художниками, киоски были пусты, ну, в плане коллекции, да. Но надо сказать, что вот эти тиражи, эти продажи коллекций, в принципе, всех, и великие поэты у нас была коллекция, и великие писатели, и музеи мира коллекция у нас есть, да. А все коллекции в Беларуси продаются очень хорошо. Ну, то есть по соотношению на количество там на 1000 человек, как считают, да, то есть в Беларуси продается гораздо лучше все вот такие художественные коллекции, чем в России, например. То есть, ну, такая вот у нас нация читающая, которая интересуется искусством, культурой, покупают. Ну, нет, ну понятно, что у нас есть «Комсомольская правда», да, то есть ресурс, который помогает нам продавать, продвигать, рекламировать все наши коллекции. Если вы откроете газету, вы увидите там наши все коллекции, ну, текущие, которые сейчас продаются, которые сейчас находятся в продаже, они, конечно, все там есть. Плюс понятно, что это взаимодействие с теми же сетями Белсоюзпечать, киоски, да, в которых мы тоже, с которыми постоянно работаем, где мы продаем газету. Нам, конечно, гораздо проще договариваться о том, чтобы наши коллекции попали в киоски. Вот, плюс там книжные магазины, то есть, ну, имея какой-то вот этот весь ресурс, в том числе там саморекламу, в том числе возможность договариваться с сетями, в том числе, опять же, там даже свои машины, которые могут развозить эти коллекции, да, то есть, ну, вот результаты получается такое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что вы выбрали провести этот вечер с нами. Приходите к нам почаще. У нас много крутых ивентов. И я хочу прорекламировать. У нас будет 16 февраля открытие выставки инновационных журналистских работ. Мы соберем по нашей версии самые лучшие работы, у которых есть что-то инновационное, либо с технической точки зрения, либо это какой-то новый подход. И действительно, это будет интересно. Мы вас всех ждем, регистрируйтесь. А больше ивентов вы найдете на нашем сайте pressclub.by. Заходите, не стесняйтесь, это бесплатно. Хорошего вечера, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.